До самого любимого праздника Нового года осталось совсем немного, и в эти предновогодние дни даже в самых серьезных организациях царит особая атмосфера. Так и в старинном особняке здания посольства Абхазии сейчас центральное место занимает елка. Нарядно одетые дети и их родители шумно заполнили зал и окружили новогоднюю красавицу. Маленьких соотечественников с наступающим праздником поздравил посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба. Посольство ежегодно организует елку для детей. И сегодня вот мы встречаем Новый год здесь, в посольстве, вместе с абхазской диаспорой, организована эта елка. Видите, специально для вас мы привезли эту елку из леса, прямо из леса. Живая елка, большая. Говорят, что самая красивая елка. Счастья, здоровья вам, всего самого доброго. Чтобы больше радости было у вас в Новом году. Чтобы хорошо учились. На праздничное представление также получили приглашение дети представителей братских народов, проживающих в Москве. Снегурочка, Дед Мороз, хозяйка наступающего года крыса и другие персонажи разыграли для ребятишек сказочное представление. Особенно детям понравились фокусы, а самым смелым удалось и самим немного побыть волшебниками. Оказалось, что и детишки тщательно подготовились к встрече с Дедом Морозом. Они прочитали стишки и спели песни. Праздник завершился красочным фейерверком, но на Кукускир для абхазского телевидения из Москвы.